Повышение статуса государственного языка – это всеобщая цель. В этой связи областное управление по развитию языков провел конкурс среди представителей СМИ. Участие в нем приняли 16 претендентов с Тараза и районов области. Подробнее в материале. Данный конкурс среди представителей СМИ проходит уже на протяжении 10 лет. У нынешнего свои особенности. Выбрать лучшие работы журналистов – задача не из легких, говорят члены жюри. Поскольку сейчас век быстро развивающихся информационных агентств, поток статей, опубликованных на сайте, был большой. Языковая тема является вечной. Сейчас вот наступает время, когда надо переходить на латинскую графику. Ясно, что данная тема со временем будет становиться актуальней. Корреспондент областной газеты «Арай» Камар Карасаева каждый год пишет различные статьи по многим направлениям на государственном языке. Из года в год она совершенствует свою работу. Я сама приняла участие по статьям, написанным в областную газету «Арай» и городской газете «Жамбыл Тарас». В них я описала случаи, когда говорили на нашем родном языке, чтили и приводили его в пример. По итогам конкурса победителям были вручены дипломы и ценные призы. Организаторы призвали журналистов к активному участию на следующий год. Булат Конурбаев, Ильнур Мухтаров, 77 News.